наш подарок фенерманческий вам, как приезжим из Испании дирижеру. Спасибо большое, на этом будем, и вы наш миллионный посетитель. Но вообще, если честно, чего уж там таить, поскольку люди собрались все серьезные, взрослые, то надо сказать, что заявленное веселое симфоническое шоу — это в принципе нонсенс. Потому что шоу может быть или веселым, или симфоническим. Так что нужно прямо с самого начала сказать, да, давайте скажем, что ничего веселого сегодня не будет, помимо того, что вы забыли сценарий, но так и он теперь у вас. Ну так что запись аплодисментов — это, в общем, наша спасательная, такая спасительная палочка волшебная на случай провала. Раз. На случай провала еще есть спасительная палочка. Это вам, помощь. Талисман? Если вы вдруг не захотите смеяться... Их надо было несколько. А несколько еще есть одна спасительная палочка, которая сидит в зале. Даш, не, Вера, ты не будешь смеяться, нет. Концерт вообще сидит. Как? Это тот самый человек в зале, наш человек в зале. Нет, концерт совершенно серьезный. Я прочитал этот сценарий, концерт совершенно серьезный, нет. Деньги заплачены за сценарий. Деньги заплачены, а я нарвал Зоров, это вот Владимир Винокур, да, Владимир Вольфович. Не, ну а что смешного? Мать русская, отец юрист. Ну что, у меня тоже отец кузнец был. Мать бухгалтер. Не понял. Вера, давай. Нет. Не надо. Все серьезно. Хотя я сейчас стояла и подумала, что, конечно, о нас, кстати, могут написать в газетах. Первый уникальный зафиксированный случай. Не музыканты, публика работает под фонограмму. Ого! Это стыдно. Я думаю, что нижегородская публика и фонограммы прекрасно. Вообще-то я забыл вам сказать. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Ну, кто-то скажет. Не очень. Ну хорошо, хватит. Порепетировали? Да. Вы с оркестром порепетировали? А, да. Си бемоль мажор, пожалуйста. Си бемоль мажор. Все. Если будет так перепел, насколько я знаю оркестр, вот этот вот
передал. Передал. Обычно кто-нибудь из духовых. Наташа, без намеков, да? Где-нибудь там сейчас, может быть, найду. Нашел. Где-нибудь тут, где-нибудь найду. Одна, Наташа? Thank you.
эти девушки. Спасибо. Вы тутушки. Тутушки, а мне тутушки. Ну, как это неожиданно. А? Давайте, раз уж... Особенно одно там. Раз уж нам так понравилось, давайте на бис вызовем солиста. У нас еще есть одно произведение. Давайте тутуш, тутушек сделаем кукушек. Ой-ой-ой. Кукушки будут все. Только есть, там у нас меняется что-то, да? Подъезд. Ку-ку-ку. Мужчины, мальчики, так и спать. Ку-ку. Надежда. Ку-ку. Ку-ку. Все вместе только, да? Хорошо? По моей руке, да? Как зовут? А? А Сергея, все хорошо. Можно, готовы? Да. Штраус в чудесном лесу. Thank you.
согласна с вашим свистком, трудно освистать такую публику, публика «Браво!». Спасибо. А вообще, вот это, по-моему, беспрецедентный для этого серьезного концертного зала случай. Впрочем, очередной, точнее сказать, беспрецедентный сегодня случай, когда публика работает по заказу музыканта, а обычно наоборот, да? Вот так. И у меня так... И какой-то зрец сама по себе такая волшебная идея. Какая? Ну почему бы нам сегодня не купить концерт? Ну это мы правда. По заказу брать. Слушай, полный сам. Вы не согласны? Мы поработаем сегодня? Давайте пробуем. Я все, я волнуюсь. Вы объявите? Да, нет, вы объявите. Да. Сегодня и только для вас, уважаемая публика, оркестр работает по заявкам. Прошу вас, не стесняйтесь. Вот коробочка стоит. Да? Коробочка специально приготовили мы. Заявочка. Кажется, уже после этого чем-то шокировать удивить, экстремальнее что-то выдать будет очень сложно. Но я верю в вас, Евгений Клейнер. Я видела, сколько вы палочек приберегли. Домовит. А зачем столько? Можно не знать? Это для одного или это для разных? Для разных дирижеров. Есть такая палочка. Есть такие дирижеры. Да, есть такая палочка. Насматривает музыкантов. Да вы коллекционер. Да. Или это все ваши? Это все мое. Шаманка. Ну определитесь, что вы сейчас будете играть, и выберите кого-нибудь. Да. Сейчас дирижёры помогут. Поехали. Ну вы так выбрали, вот бить будете. Бить будет. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Исполнение.
Он весьма артистично раскланивается и уходит за кулисы только для того, чтобы снова выйти на очередной поклон. Он оплачивает букеты из зала и считает, что вызов менее трех раз на поклон – это провал. Сухарь. Образован, начитан, скрупулезен, педантичен. Невыносимо пунктуален и чрезвычайно сдержан. Сцена для него – работа. Thank you.
Thank you.
Репетиционный вариант. Главная репетиция. Репетиция большой рекламной кампании. Быстрее немножко, ладно? Ну а что? А?
что я такое? Я же смирал! Пойдемте! Кошмар какой! Ну что это такое? Я же смирал! А вы какая прикинь? А? Какое безобразие? Какой вопрос? Помогите мне вечера!
Что, мало? Думаете, вам оплатят гамму? Две октавы! Не-не-не, написано Бах. Причем не просто сыграть, но еще и спеть. Так что давайте. В зале присутствуют артисты оперного театра и прочее. Помощь, что ли? Нет, Жень, давайте заявку, может, давайте. И потом хватит тянуть сегодня футбол, играть наши с нашими. Или торопятся. Бах, ария из сюиты ре мажор. Thank you.
оказалось, кроме как нести контрабас. Все нормально? Вы не расстроились? Да, позорили. Ой. Хорошо, все. Давайте, дальше. Футбол сегодня, наша страна. Давайте тогда по нарастающей. Давайте удивим всех какую-нибудь крупностью. Я не знаю, предлагаете? Что? Ну что, покруче контрабас? Покруче контрабас. Знаете, что это такая... Хорошо, я... Существует такая байка, что самое сложное место из всей симфонической музыки — это кода финала пятой симфонии Бетховена. Нет, ни за что. Ни за что. Спасибо.